Всем привет! Хочу показать макияж на новогодние, рождественские праздники. И в целом макияж, который у меня был на Новый год. И просто хочу вам показать, что с чем я сочетаю, что как наношу. Хотя все, я думаю, уже давным-давно знают, как что нужно наносить, что с чем сочетать. Но у всех вкусы разные, поэтому, может быть, найдутся люди, которые разделяют мой вкус какой-то минимализма в макияже. Я люблю сейчас больше такую естественность, что ли, выделить что-то, где-то что-то подчеркнуть, что-то где-то добавить, но при этом выглядеть гармонично, натурально, как это возможно. И косметика реально должна нас не менять, не переделывать, а украшать, делать нас милее, делать нас красивее. Но красота с вот такими губами, глазами и со всем остальным — это для меня не красота. Минимум тона на лицо, минимум макияжа, и вуаля, я подчеркнула все, что только можно, я выделила все, что только можно, но и тем самым не изуродовала себя, ну, как мне кажется. А вы напишите свое мнение, как вы видите эту ситуацию, стоит ли вообще краситься. Может быть, вы вообще не краситесь и встречаете Новый год make-up, no make-up. Кстати, такой вариант у меня тоже возможен. Если мне будет лень, то я не буду делать ничего из этого, а просто нанесу тон, накрашу ресницы, и блеск мне в помощь. Честно, уже прошли те времена, когда ты выпендривалась, тебе хотелось блистать, тебе хотелось что-то такое этакое на себе своять, дабы показать себя как-то перед кем-то. Хочется чего-то такого спокойного, хочется вообще ходить без макияжа. Я, кстати, так и делаю зачастую. И многие, кстати, мои знакомые не понимают, как так. У меня не идеальная кожа, у меня не идеальное лицо, пропорции, но я все равно осмеливаюсь и выхожу без макияжа. Наверное, я уже просто за год привыкла ходить без макияжа. Мне это нравится, я чувствую себя свободнее и даже, если честно, увереннее. Когда ты красишься, ты просто боишься задеть что-то, где-то зацепить. Я просто люблю натуральность и да, поэтому крашусь. Поэтому у меня столько видео о косметике и о макияжах в последнее время. Я так люблю натуральность. Но на самом деле, девчонки, мы красивые и так. Мы красивые должны быть душой прежде всего. Все остальное, поверьте мне, это такие мелочи, на которые люди как раз-таки перестают обращать внимание, когда вы проявляете свои какие-то значимые качества. Ну и по традиции хочу пожелать всем найти именно свой идеальный макияж, потому что сейчас этого дофига на YouTube, и надеюсь, я своим вариантом хоть как-нибудь вам помогла в этом. Ну а мы с вами увидимся в скором времени. Ну и, конечно же, всех с наступившим Новым годом и Рождеством!